Так. Это мы едем. Отлично. Сейчас будем форсировать водную преграду. Полуостров Любайский, в центре полуострова. Итак, пошли. Поехали, вернее. А ничего, так Паджеро вроде плывет. И поглубже бывало. Так надо кого-то из местных найти, спросить, как проехать. Давай начнем. Подождать месяц, узнать, сколько гонит, увидеть кого-нибудь человека. Лопаря. Лопаря. Куда ехать, непонятно. Я думаю, что нужно ехать в сторону моря. Потому что море, вернее не море, а Северный Ледовитый океан в той стороне. Вот, и нужно ехать к берегу и искать речку, которая впадает в него. И там поднимается рыба по нему. Вот это будет интересно. Красиво. Thank you.